Это канал Вебит. Сегодня мы попробуем разобраться с битом, который у нас был в предыдущем ролике про агрессивный вокал. Много ребят написало, что хочет разбор, поэтому давайте приступим и поймем, что здесь вообще есть. На самом деле дорожек не сильно много. Значит, смотрите, у нас тут есть мелодия основная, она только одна. А этот паттерн — это просто срендеренный вот этот вот первый паттерн через Quick Render. Но обработки у них разные. Давайте разберемся, что у нас вообще тут за звук. Это просто дюна. Вот, Distorted Plug. Это в стандартных плагах есть... Ничего особо не крутил, без обработок вот так звучит. Казалось бы, да, вообще ничего нельзя отсюда вытянуть по звуку, но... Звучит гораздо интереснее. А что у нас по обработкам? Я убираю сначала низ вот этот вот, для того, чтобы он не убивал все. Самое главное, конечно, Blood Overdrive. Просто прямо на 100. Half-time немножечко, чтобы... Чуть добавляло низа, опять срезая низ, и вот этот вот гул. Тут делаю так, чтобы сам вот этот удар был потише. То есть просто компрессия это можно сделать, чтобы удар был мягче и не такой громкий. Потом, делая стерео, чтобы почаще повторялось. И реверб потом. То есть, по сути, вот реверб самое тоже главное. Перегруз и реверб. Все, потом я срендерил quick-рендером и сделал вот такой паттерн. Значит, вешу дабл глич, чтобы он реверсил, типа и получается кайф. Потом я просто чекал тут, походу, спектр. Значит, опять реверб, чтобы атмосфернее было. И вот что тут у нас есть. Я добавляю здесь высоких, чтобы лучше вписывалось. Убираю низ, который здесь появляется от реверса. И вот этот сайт составляющий. Значит, в эквалайзере можно делать mid-side. Side — это значит то, что по стерео убирается, а me — это то, что в центре убирается. Вот и все. Сначала вот она. Я просто порезал этот пар на кусочки. И то, что здесь есть реверс, он повторяется вот здесь. То есть если без дабл-глича, фигня как бы. И потом начинается вот бит уже. Вот, и вот эта мелодия очень круто вписывается, если вот без нее жирно, но без каких-то эмоций. Все, оно вкупе играет, и оно не меняется абсолютно никак, то есть оно копипаст постоянно. Теперь давайте разберемся с киком и басом, тоже очень важный момент. Вот такой у меня кик из моего пака как раз, вообще ничего не крутил, просто его поставил, он уже звучит хорошо. Даже не бустил его, то есть вот изначально вообще офигенный. Давайте вот отдельно включим. Бас тоже из моего пака. Кому интересно узнать, что это за пак, ссылка в описании будет, можете прочекать. Вот, вот такой 808. Он очень жирный, в плане того, что он прям очень гудит. Похоже на гасмейновский саунд немного, в каком-то смысле. То есть очень много перегруза. Для того, чтобы просто его сделать чуть погромче. Преамп на 0.5 примерно, и микс чуть убрал. Тут лимитер для того, чтобы сайдчейн сделать. То есть когда кик ударяет, чтобы бас становился тише, и все. И это все вкупе очень прикольно играет. По нотам тоже все просто. Здесь у нас нотки какие есть. Ля-ля диез, ля-ля диез, е. По сути. То есть ля-ля диез, е, фе. Тут тоже ля, е, фе, ля, е, фе. То есть по нотам очень просто все. Тут такой момент, что здесь играет две ноты одновременно, то есть... И это... Получается такое прям подгруженный бас, потому что две ноты баса одновременно. Но будьте с этим аккуратнее, это только на высоких нотах работает. Вот и все. По снейру вот. Просто нахрен минус уши, снейр. Вообще никак не обработан тоже, просто чуть потише сделал. Например, как звучит. Перкуссия. Вот когда на заднем фоне. Чисто для того, чтобы фон дополнить. Еще один снейр здесь есть. Такой стандартный. Вот в переходах его слышно хорошо. Вот это вот. Такие переходы еще есть. Повышается пич и по нормированиям. По сути, вот и весь бит, на самом деле. То есть, надо хорошо подобрать инструменты. Хэты. Такие вот очень атмосферные. Барбата их тоже очень просто. Half-time тут, на самом деле, прикольно, что он как бы... Это добавляет кача. Реверб. По сути, без него вообще бессмысленно все. И убираю низ здесь немного. И добавляю вверх, потому что вот этого вот хвостика высокого не хватает. В общем, миксе звучит немножко глухо. Еще один хэт. Он постоянно бьет вправо немного.
чтобы сделать стереокартину поинтереснее. Его плохо слышно, но он дополняет атмосферу. Во второй части крэш добавляется, чтобы качество дать. Также перед началом здесь есть такой еще момент, типа типа такой реверс. Это не крэшем сделано, это сделано снейром. Я взял этот снейр, make unique as sample, и потом просто реверснул его вот так, и все. Очень просто. А на мастере ничего нет. Самое, что прикол, тут просто спендерсы для того, чтобы чекать. В самом бите, когда я уже сводил с вокалом, я его доработал уже на том мастере, чтобы было звучало более-менее гармонично. Потому что изначально, если вы сводите мастеренные биты и потом отправляете их на вокал, они могут звучать не очень сбалансированно с вокалом, и он, вокал просто тупо может не влезть. Поэтому лучше без мастера, конечно, делать. В данном случае мастера вообще нет, то есть просто софт-флиппер. И все вкупе очень звучит классно. Если вам видос оказался полезным, вы узнали что-то новое и поняли, что из простых звуков можно сделать что-то интересное, не забудьте поставить лайк этому видосу, прокомментировать как-то его. Также подписывайтесь на канал, тут будет много разных всяких интересных рубрик. Этот бит вы можете полностью послушать в паблике, поэтому подписывайтесь. И также можете посмотреть обзор, где я сводил вокал на этот же бит. Будет в подсказочках, можете тыкнуть там вверх куда-нибудь, там такая будет брюк. Всем спасибо, до следующих видосов, всех люблю, целую. И пишите в комментариях свои идеи по поводу новых видосов и что вы хотите увидеть. Я все комменты чекаю, поэтому будет интересно посмотреть твое мнение.